Thank you.
Добрый вечер. Спасибо за прием. Ну и сложно здесь играть в Могилеве. Жесть просто! Вообще, я очень рад вас всех видеть. Я ждал я этой встречи, ждал долго. Мне всегда хотелось свое творчество представить. Ну, я знаю, что много людей, музыкантов пришло на концерт. Это очень приятно, потому что почему-то, например, в Минске тенденция, ну, скорее обходить такого рода мероприятия, не знаю. Ну, да, нас надо бояться, поэтому, может быть, поэтому. Вот. Так что вдвойне приятно, что вы здесь, что я здесь. Вот. И сразу же я хотел представить человека, который работает вместе со мной сегодня. Это VJ Артемий Калинин. Все, что вы увидите сегодня за моей спиной, это он, кстати, внук известного белорусского режиссера Николая Калинина, который снял такие фильмы, как «Кортик» и «Бронзовая птица». Поэтому состав у меня сегодня звездный. А та музыка, которая прозвучала только что, это музыка, которая была написана для спектакля. Спектакль называется «Моби Дик» по роману Мелвилла. Вот, это была первая моя работа за рубежом. Это было в театре в городе в Магдебурге, Германия. Вот. Спасибо.
Спасибо. Я так, для тех, кто в теме, просто хочу еще раз вспомнить Грасика Александра Михайловича. Было бы очень круто посмотреть на его выражение лица сейчас. Я думаю, что он бы улыбался.
Спасибо. Я, кстати, совсем не так давно начал выступать с такого рода программой сольно. В общем-то, основные мои проекты, с которыми я долго развивался, это составы. Сначала был дуэт барабаны и баян. Вот, сейчас действующий проект мой трио бас, барабаны и баян. Вот, а вообще случалось в последнее время сотрудничать с музыкантами зарубежными. Вот. Ну, еще давнишний проект это был с мультиинструменталистом, вокалистом из Франции, француз. Вот Доминик Саник. Довольно интересно было такое сотрудничество. Интересно оно было. Ну, во-первых, практически все эти события происходили на базе из предложения аккордеонных фестивалей. Они, кстати, ну, я так вот думаю, что очень сильно нам не хватает такого рода фестивалей аккордеонных. Ну, то есть конкурсы, все эти соревнования, ну да, но за этими рамками, ну, далеко не видно, а там есть на что посмотреть. Вот, и, в общем-то, фестивали, когда, ну, они знали уже то, что я делаю, вот, и просто приглашали делать это же только с другими музыкантами. Вот, с французом, значит, это было, ну, я расскажу, потому что это было очень круто. Вот, нам выделили такой огромный дом культуры. Ну, дом культуры — это, так странно, центр культуры. Вот, огромный зал на 600 человек, который был в распоряжении целую неделю у нас. Вот, мы, ну, полностью оборудование, свет, звукорежиссер, вся команда на месте прямо готовилась пища для нас. На сцене мы готовили пищу для всех остальных. Вот. Все это происходило неделю, а потом были концерты в нескольких городах во Франции. И один, кстати, был в школе, что мне очень, ну, очень радостно видеть. Ну, я понимаю, что молодой человек скучает, но вообще радостно видеть, потому что я надеюсь, что что-то все равно откладывается. И, блин, барабанов не хватает. Были бы барабаны, так он бы явно не заскучал. Вот. Ну, собственно, такой проект. Ладно, а в остальных проектах чуть позже. Thank you.
Экспериментальная вещичка, я ее набросал тут для вас специально. Да, еще одно событие, которое я хочу осветить обязательно прямо с этой сцены. И только для вас. Значит, та музыка, которая прозвучит следующей, она была использована вместе со мной в новом белорусском кино. Кино называется, фильм называется «Гараж». Вот. К сожалению, вряд ли кто-либо из вас мог видеть этот фильм, потому что он в Могилеве запрещен. Вот. Это, ну, удивительные вещи, как бы. Он у нас разная цензура. В Минске этот фильм идет в прокате, вот в Могилеве, к сожалению, его не пустили в прокат. Вот. На самом деле это комедия просто. Просто комедия о наших белорусских реалиях. Все очень-очень безобидно. Вот. И это был, кстати, мой кинодебют. Thank you.
Кстати, кто-нибудь знает такую польскую группу? Нет, не группу. Трио, польское трио баянистов. Нет, один аккордеонист, два баяниста. Это так, для справки. Motion Trio. Очень хорошие ребята. Они, кстати, в Минск приезжали первый раз. От польский институт их привозил. Я сидел рядом с женщиной, которая открыла для себя их впервые. Это было впечатляюще. Так. Следующая тема. Могу сказать, что она очень крутая. Вот. Такая, на самом деле, рабочая. Просто ставлю ее в концерт для того, чтобы перевернуть концерт в свою сторону. Так, накоренить. Вот, поэтому встречайте. Не похоже, не верите, да? Ладно, сейчас проверим. Так, заказ не принимаю. Не сегодня, пожалуйста. Следующая тема не похожа на все мои остальные темы, честно. Даже мой папа ее любит. Thank you.
Сработало. В следующий раз только ее буду играть. Ладно, я сейчас все объясню. Я просто расскажу про еще один проект, и все станет понятно со мной. Значит, мой последний проект с иностранными музыкантами, действующий у нас. Не так давно, осенью, был небольшой тур Австрия, Германия. И будет в апреле Германия снова. Вот, это дуэт. Значит, вокалистка и мультиинструменталист, композитор, тоже театральный композитор. Такой интересный. Сам инструменты делает. На фортепиано препарированном играет. Бас-гитар, в общем, мульти. Вот. Сейчас, это еще не все понятно. Значит, вокалистка — это бывшая участница группы «Рамштайн». Вот, так что, ну, можно меня поздравить с этим. Ну и понятно, куда я двигаюсь, да? А исполняем мы фольклорные мелодии. Вам бы понравилось тоже. Вот. Да. Кстати. Следующая композиция, опять же, расставит все точки над «и». Значит, во Франции, например, мы ее презентовали как музыку специальную для исполнения, обязательную для исполнения в детских музыкальных школах. Потому что мы как бы свою там школу продвигали, да, белорусскую. Ну, кто знает, какая она у нас тут, да. А мы были тем, кто ее представил. Вот так. Я могу с тобой даже сыграть. Но это будет совсем страшно. Может, следующий? Даже на стул могу ставить. А должно быть примерно вот так. Нет, вот у него ноги не достают, да? Это я понимаю. Погнали! Не, мне подожди, речь не пойдет. Не, ну быстро. Это что со мной театр делает? Я таким не был, это все театр. Ладно. Да.
Надо было начинать, я понял. Вы же не подумайте, что я пошутил. Я все подготавливал. Все, что до того, это как бы... Вот это главное место. Следующая композиция по заказу моего сына. Вот. Он маленький, но... очень хороший вкус. Поймете сейчас. Значит, это композиция. Наконец-то я увидел этот пустой зал. Это композиция. Круто, просто поиграл. Это, опять же, очередной проект. Это был проект
с польской группой, легендарной польской рок-группой Лао Чи. Я просто вам обязан рассказать, потому что это огромная сцена, 100 тысяч с той стороны, 10 музыкантов на сцене, плотный звук, свет. Это непередаваемо. Вот. А то, что я из нее выцепил, ну это просто какие-то мои там эти штучки, которые я там с ними играл. Вот. Ничего серьезного, но сыну нравится.
Вы же понимаете, что это... Ай, ну же дурачество, не правда. Кстати, из-за этого места в этом произведении, которое было исполнено на форуме, театральном форуме стран Содружеств в городе Минске, меня пригласили поиграть в ваш прекрасный город и в этот театр. Музыки он безграничен. По-английски мы с ними общаемся. С поляками по-польски. По-польски. Вот хочется что-то рассказать, но уже нечего рассказать. Раз мы приедем туда с трио. Ну, это уже точно не для сна глобально. Да, я еще раз хотел бы представить человека, с которым я сегодня работаю, Артемий Калинин. Виджей. Его не видно, он там в окошке. Вот, но он прекрасный. Вот. Хотя я об этом лишь догадываюсь, потому что все время сижу спиной к его работе. Thank you.
Thank you.
Пару слов возьму. Честно признаюсь, что для меня этот конкретный концерт был очень-очень-очень важным событием. Вот. Оно случилось, я этому безумно рад. Вот, я надеюсь, что мы хоть в чем-то с вами сошлись сегодня. Вот. Я хочу сказать, что, в Могилеве, для меня в Могилеве, конечно, это такие чувства играть здесь, что текст я забывал, кстати. Вот. Я еще хочу сказать, что у вас вот этот театр, он очень хорош. Серьезно, я в Минске пытаюсь сделать концерт в театре уже какое-то время, и у меня не получается. Вот. О кукольном вообще говорить нет смысла. Вот. Но ваш театр, он клевый, он развивается, здесь много всего происходит, и это круто, это надо поддерживать. Вот. И я просто хочу сказать спасибо. Директору театра. И главному режиссеру театра. Вот, правда, хорошие люди. Много всего делают здесь. И я надеюсь на дальнейшее какое-то сотрудничество. Я, кстати, здесь уже бывал, жил в театре. Писал музыку для Гамлета. Вот. В общем, встреча удалась. Всем хороших дней впереди и до новых встреч.
Спасибо.